В Москве сегодня подвели итоги первого всероссийского конкурса «Наставник», который проходит в рамках одноименного форума. Лучших определили в 5 номинациях. Капитан-директор Новгородского морского центра Николай Варухин вошел в шорт-лист номинации «Наставничество в образовании и кружках». Заявки на участие в конкурсе именно в этой сфере подавали 1656 человек. А всего конкурс «Наставник» привлек внимание более 4000 профессионалов, которые передают опыт молодому поколению, и лишь 102 из них прошли в финал. В итоге по решению жюри конкурса Николай Варухин занял 3-е место в своей номинации. Подробнее об этом наш корреспондент Юлия Бабич, которая работает на площадках форума, расскажет в наших вечерних выпусках.